Минусы жизни в Болгарии, что стоит учитывать перед переездом, как и в любой стране. В Болгарии есть свои плюсы и минусы. Это не делает страну плохой, все зависит от того, готовы ли вы принять эти особенности или нет. Но важно знать о некоторых сложностях, с которыми можно столкнуться. 1. Экономика. Уровень экономики оставляет желать лучшего, что отражается на качестве жизни. Многие сферы обслуживания здесь работают медленно. И вам придется привыкнуть к тому, что никто никуда не спешит. В том числе, обслужить вас. Ожидание в очередях и медлительное решение вопросов – это реальность. И даже после ожидания не всегда можно рассчитывать на качественный результат. 2. Обслуживание. Если вы цените качество и скорость, зачастую лучше обратиться к украинцам. Они выполняют работу с душой и, главное, быстро. 3. Отношение к иностранцам. Болгары не всегда дружелюбны к приезжим, а языковой барьер может добавить трудностей. 4. Политические настроения. Некоторые болгары поддерживают Россию, что может стать поводом для недопонимания, поэтому будьте осторожны в обсуждении политических тем. 5. Культура общения. Болгары часто предпочитают обсуждать вас за спиной, нежели говорить что-то напрямую. Это может вызвать дискомфорт у тех, кто привык к более открытым взаимоотношениям. 6. Медицина. Качество медицинских услуг в стране оставляет желать лучшего. Найти хорошего врача – непростая задача. Кроме того, лекарства в Болгарии не всегда эффективны, и многие местные жители предпочитают покупать их в соседней Турции. 7. Бюрократия. Будьте готовы к долгим ожиданиям при решении любых вопросов в государственных учреждениях. Ответы и помощь могут занять от 2 недель до нескольких месяцев. 8. Коррупция. Коррупция остается одной из серьезных проблем в Болгарии, и ее можно встретить практически во всех сферах жизни. На этом пока все о минусах, с которыми я столкнулась за 3 года жизни в Болгарии. Но не спешите делать выводы. В следующем выпуске я расскажу о плюсах жизни здесь, которые могут перевесить эти недостатки. Возможно, вы все же захотите побывать в этой удивительной стране.